Ребят, ролик создан в чисто развлекательных целях, и никого не хочу оскорбить. Всем приятного просмотра. И всем привет, с вами снова я, Комфи или же Кофе. И да, вы, наверное, спросите, почему я пиксель, я сама не знаю, почему это так. Я сегодня с утра проснулась, и бац, я такая пиксель, знаете ли. Вот, поэтому я вот что-то рыскаю в интернете, как от этого избавиться, да? Да, дёрнышко моё, да? Ой. Кто там, интересно? Кто там? Открывайте, военкомат. Какой нафиг военкомат? Военкомат. До свидания. До свидания. Что делать? Что делать, ребята? Военкомат пришел, военкомат. Мне недавно 18. Я помню, пиксель недавно 18. Так. Военкомат. Надо куда-то сбежать, надо бежать. Так, а это что за книжка? Ну вы где там? Да ща, подождите. Под столом есть тайный проход, беги в сторону фонтана. Что за хрень? Ладно, надо с собой, значит, взять ботинки и жратвы немного. И киску покормить. Все, сиди тут. Так, это что значит? Ноутбук с собой. И все, лезем. Так, надо быстро заделать дырку. Дырку быстро заделать. Так, все, пофиг, как я там заделала. Просто надо бежать. А в какую сторону? А, в сторону фонтана. Это вон туда, по-моему. Или нет? Или да? Я не помню. Я не помню, в какую сторону. Подожди. А, вот сюда, наверное, да? А, куда? Так, тихо. Бежим. Я не хочу военка. Ой. Куда я спускаюсь? Нифига себе, тут у меня прорыто. Так, надо бежать, надо просто чисто бежать, надо бежать. Срочно. Я вижу какой-то сундук в конце, Люди, я вижу его. Так, все, вроде можно громко разговаривать. Так, земля, зачем у меня вот какая-то блок травы есть. Автор опять неизвестен. Что? Как это прочитать вообще? Беги в горы, там найдешь недостроенный портал. И а что дальше? Ты типа сам гадай. Ладно, сама посмотрю. Так, вдруг они найдут этот проход, чтобы они меня не спалили. Так, где я вообще вылезла? Вот так, короче, лучше. А чё мне с небом? Не понял. Ладно. Так, а в горы это вообще куда? В горы. По-моему, это прямо надо бежать. Я не помню. Я здесь как-то гуляла. Но я не помню местности. Так, короче, просто бежим. Я не хочу в военкомат. Отстаньте от меня, люди, я не хочу в военкомат. Во, я уже подбегаю к горам. А! Ай, ногу подвернула себе. Ладно, пофиг, надо бежать. Давайте быстрее. Горы. Вот горы. И что дальше? Дальше в горы. Недостроенный портал. Недостроенный. Тихо, я чуть опять не свалилась. Почему я так переживаю? Ай, опять. Все ноги сверну, блин, прыгая по деревьям. Так, давайте, быстро. Просто бежим. Быстро. И куда дальше здесь в горах-то? Где что? Где этот недостроенный портал? Так. А где он? Алло? А, вон! Ни хрена себе он огромный там. Так. Бежим туда, бежим. Просто бежим. Ну, допустим, я сюда прибежала и... Ну, хорошо. И чё дальше? У меня даже с собой никакой кирки нету. А, сундук, вот. О, кирка на всякий случай возьму. Книжка и зажигалка. А, и обсидиан, я так поняла, да? Так. Читать. Иди в голубой биом, в одном из деревьев будет убежище. Голубой биом. Так. Голубой биом. Так, давай выкинем эту книжку. Нафиг. Все, гори. Так, и я так понимаю, мне надо обсидиан достроить, да? Вообще огромный такой портал. Он раз такой зажигается? Ну, хорошо. Раз, два. Где еще? А, кто? Фух, меня магма била, я испугалась. Так, я думала, военкомат уже пришел. Так, два и три. И зажигалка, да, я так поняла?
Я просто не совсем уверена, честно говоря. Хоп! Нифига, такой огромный зажегся. Я даже и не думала, что так... О, я фиолетовый. Прикольно. Генерация ландшафта. Так, пока меня не блеванул, я выйду отсюда. Так, кирка. Вот голубой биом. А я думала, он подальше будет. Так, и где же убежище? А, вот я полагаю, убежище с лестницей. Вот оно, все, мы спасены, я так полагаю. Или там дальше будет какой-то. Не поняла, почему здесь все голубое? Я, конечно, не буду на это зацикливаться, но да ладно. А почему здесь ничего нету? Пузырек воды. И... И зайди военком. Ну ладно, давайте. Сейчас. Давайте, я устал, я попью воды, пожалуй. Так, читать. А почему здесь ты лжешь? Недогадливый ты наш. От военкомата не сбежишь. Ахахаха. В каком смысле? Ой, что-то меня в сон тянет. Блин. Стоп, а где я? Вы кто вообще? Ну как кто? Я из военкомата, чтобы за тобой следить. Так. Стоп, а почему я здесь один, одна? Потому что у нас лесоруб в армии. Как лесорубом? Как ты лесорубом? Не-не-не, я не буду. Я сказал, будешь. Ладно, буду. Так. Ух ты. Вот так вот. Пытался сбежать. А не смогла. И стала лесорубом. И мне это все рубить, да? Поняла. Чтоб к концу дня два стака нарубила. Сижа дня акации, блин, сколько я их должна срубить, простите меня. С этого не волнует, да? Понятно. Эх, ребят. Это очень сложно. Да. Надо рубить дерево. Чё, что ж поделать? Ну ладно, придется служить в армии. Всем удачи, всем пока-пока. Вывод, не пытайтесь откосить от армии, все равно ничего не выйдет.